Зато жизнь начала кипеть в библиотеках и музеях при Байкале. Все они откроются после того, как закупят, установят оборудование по очистке воздуха и дезинфицирующие средства. Библиотека имени Молчанова Сибирского в областном центре уже частично начала обслуживание клиентов. Читатели могут принести книгу, которую взяли еще до введения режима самоизоляции, и оставить ее на входе под кварцевой лампой. Некоторые музеи тоже уже пускают посетителей, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Например, музей истории Иркутска и галерея Бронштейна можно посетить по предварительной записи. Одновременно в зале должны находиться не более 5 человек. На работу вышли и сотрудники областных театров. Артисты репетируют, готовятся уже к новому сезону, который начнется после снятия всех ограничительных мер из-за действия режима самоизоляции. Тогда же откроют свои двери для посетителей и зоопарки.